завершение прозвучит песня Леонарда Коэна «Аллилуйя» в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова и детских коллективов участников концерта. Года состоялось 22 полномасштабных концерта проекта «Музицирование для всех». Сегодняшний концерт 23-й. Наиболее значимый результат проекта – появление в учреждениях общего и дополнительного образования детских инструментальных ансамблей, так называемых школьных оркестров. Соприкосновение с народной, классической и современной музыкой самым благоприятным образом сказывается на творческом и духовном развитии молодого поколения.